Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Допомагати жыхарам – головная задача депутатов. Сьогодні опытом роботи обмінювалися депутати городских советов Гомеля и Могилева. Самые креативные и поспеховые у регионе визначили студента года. Унутри себе психологический триллер айчинной вытворчести представили у Гомеля. А зараз об этом и іншим больше подробязно. Работа с насильством по месту жыхарства, захование историко-культурных каштовностей и створение умов для супрацовников предприемств. Сегодня своими напрацовками по разных накерунках работы обменивались депутаты городских советов Гомеля и Могилева. За ходом встречи сачил Олег Сентюров. На дворе у Могилеве не вельми отрознивается от Гомельского. Самой разницы – такие густые туман, что городские будинки практически не бачные. А лес встречи с коллегами депутаты городского совета вы решили не переносить. У речи на дворе не тая причина, якая может перешкодить взаимовыгодным контактам. Первая совместная акция – ускладание кветок на аллее героев. На этот день у депутатов у вогуле великие планы. Об этой встрече они домовились у вересне. Усю подрыхтовшую работу провели за 2 месяца. Нельзя сказать, что обмен опытом работы помеж депутатами из разных областей – это некое новое. Году 5 тому гомельчане уже наведывали Могилев, а для час идей и в деятельности советов заявляются новые перспективные накерунки. Об совместной работе советов депутатов и выконавчих органов по социально-экономическому развитию города. Тема совместного посяджения, хоть и гучить крыху официально, а не на справе, это размова депутатской деятельности, якая не обмежевывается одним накерунком. Пытание працевладкования, ремонту дорог, навык вырашения тех же земельных спречек. Усё это кропот депутатов городского совета, причем этот список постоянно поширается. Кажется, мы все хорошо делаем. Что-то можно почерпнуть еще и в других городах и применить именно к себе. Вот даже вот этот по 3-му декрету проблемы, это по занятости населения, они по всем городам в области. Вот потом по ветхому жилью, по сносу, это тоже сейчас в этом новом указе, который подписал президент, там будет заниматься и города областного подчинения, именно по сносу, по уборке нежилых и пустующих зданий и домов. Вот, ну, таких вопросов. Даже темы те, которые, вот как наши депутаты работают со своими избирателями. Главное – это наведывание предприемцев, ознакомление с практикой створения для работников комфортных умов, начиная от бытовых помешканий до непосредственно працовных мест. Такая социальная политика напрямую уплывает на выники деятельности организаций. Сегодня только в Гомеле наличивается около 100 промысловых предприемцев с годовым объемом вытворчести в 3 миллиарда долларов. Еще одна тема – захование историко-культурных каштовностей. Могилевские депутаты наведывают палац Румянцевых Паскевич, где собраны сапраўды уникальные экспонаты. До истории Могилевской земли яны, до речи, так само мают дочинение. До Кастрычинской революции Гомель на протягу 140 годов уходил в состав Могилевской губернии. Некольки каштовных православных святынь сегодня заховываются и в Петропавловском соборе. На початку 90-х его обновляли методом народной будовли. Об этом факте депутаты узгадывают так само. Тем больше, что работе с населением зараз особливая увага. Самоуправление городское. И в первую очередь мы хотели бы пробудить это сознание у жителей частного сектора, чтобы жители понимали, что они хозяева не только той территории, на которой они проживают, и ограничиваются они забором, чтобы они выходили за забор, чтобы они приводили в порядок улицы, чтобы они устраивали праздники улиц, чтобы они между собой общались, и таким образом город шаг за шагом становился чище, уютнее и комфортнее для жизни в первую очередь. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Амаль 200 тысяч квадратных метров жилья до конца года будет введено в эксплуатацию у Гомеля. Для тех, кто имеет потребу у поляпшения жилевых умов, с держподтримкой побудовано 50 тысяч квадратных метров. В новые квартиры переехали больше, как 550 шмадетных семьев. Такие данные поведомили у отделе будовництва Гарвыканкама. По словам специалистов, динамика у галине становчая. Годовый план будовництва жилья будет выполнен. 10 листопада пройдут черговые субботние прямые линии. У Гомельским облвыканкаме на сувязи будет наместник старшини Владимир Привалов. Номер телефона 33 12 37. Гомельчане могут задать питание старшине городского совета депутатов Миколаю Ковалевичу. Номер 75 19 84. Час работы прямых линий с 9 до 12 годин. У Гомеля вызначили самого креативного студента региона. За гоноровое звание змагались представники 6
6 ВНУ. Их признали лепшими подчас отборочных туров. На областном этапе конкурсантов чакали еще 4 выпробования. Студентам пришлось включить на максимум свои интеллектуальные, творчие и лидерские якости. За ходом конкурсу сочили наши корреспонденты. На старте творчего споборництва 6 студентов. Они стали лепшими сярод 30 удельников отборочных этапов. Кожный лидер и достойный представник своей ВНУ. Все переможцы науковых конференций, предметных олимпиад, фестивалей и спортивных споборництв, стипендиаты специальных фондов. Одним из основных условий участия в конкурсе является, конечно же, успеваемость в первую очередь по учебе. И средний балл должен быть не менее 8 баллов. Поэтому я хочу сказать, что наши студенты превзошли эту планку, и у них достаточно высокий средний балл, 9 и даже выше. Задача первого конкурсного выпробования – презентовать себя как активиста студентского життя. Красомовство, умение триматься на сцене и свободно размовлять с великой аудиторией конкурсанты продемонстрировали подчас конкурсу ораторского майстерства. Далее их чакало интеллектуальное выпробование. Волнение есть всегда, но волнение не вредное, такое качественное. Завершальный этап конкурсу – самое яскравое и видовищное выпробование, творчее. Песни, танцы, верши, видеопрезентации. Конкурсанты показали свои креативные здольности. Допомагали ему в этом сокурсники. По закончении усіх выступлений жюри взяло паузу на подлік балу. По выниках областного этапа республиканского конкурса «Студент года 2018» переможцей стала студентка лечебного факультета Гомельского державного медицинского университета Олеся Гатальская. Я знала, что я могу, но все равно эмоции шока есть. Я очень счастлива. Я не ожидала. Я хочу сказать огромное спасибо своему студенческому клубу. Он очень много для меня сделал, правда. Мои друзья, мои родственники, все, кто меня поддерживал, большое спасибо. Я вас всех люблю просто. Переможца представит студентство нашей в области у финале конкурсу. Он отбудется у Минску 21 листопада. Евгения Кухаронок, Ганна Каральчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Старому дворику «Новое життё» навученцы Гомельского медицинского колледжа высадили кляновую аллею по интернациональным проездам. За инициативой озеленения дворовой территории в центральном районе Гомеля выступил депутат парламента Олег Леушунов. С пропановой он звернулся до волонтеров Гомельского медколледжа. Молодые люди за хвотой отгукнулись. Раніцей яны вышли у дворик и с энтузиазмом принялись за работу. Настоящий мужчина должен сделать 3 вещи. Дерево я уже сегодня посажу, а останется делом за малым. Новую прописку подчас акции отримали 14 молодых кленов. Первый психологический триллер белорусской творчества представили у Гомеле. На презентацию стужки под названием «Унутри себе» приехали режиссер Сергей Талыбов, продюсер Виктор Лапкович и актер Андрей Карака, який, до речи, уроженец Гомеля. Фильм называют «Интеллектуальной головоломкой», якую глядачам придется разгадывать разом с героями. Деяние картины разгортывается у Минску. Талиновитый фотограф отримливает заказ зробить сдымки в окна одного со старых домов. Нечаканная фотосессия раптовно изменяет жизнь молодого человека. Сусветная премьера фильма отбылась у вересні подчас фестивалю кино Украины СНД и Балты «Киношок». Критики и аудитория добро восприняли стужку. К сожалению, белорусский зритель не избалован любого качества кино. Да? То есть у нас всегда все очень плохо, у нас всегда все очень как-то вот ниже плинтуса там, и так далее, и так далее, и так далее. Я надеюсь, что в будущем эта история поменяется в лучшую сторону, потому что растет огромное количество молодых талантливых режиссеров, которые уже сейчас заявляют себя на международных фестивалях. И мы в состоянии поменять это отношение к белорусскому кино. Белорусскую премьеру покажут у гомельских кинотеатрах «Мир» и «Миньон», а так само во всех районах в области. Сегодня у Гомеля ушановали переможцев и призеров юнацкого чемпионата света по пожарно-воротовальным спорте. Споборництвы проходили у Болгарии. У заставе белорусской команды на сусветный форум отправились трое гомельчан. Усе вернулись с узнагородами и новыми рекордами. Под час урочистой церемонии віншаванні приймали не только спортсмены. Подяки так само отримали батьки, тренеры и наставники юнаку. На чемпионате света по пожарно-воротовальным спорте выявляют мацнейших у 4 дисциплинах. Подъем по штурмовой лестнице, переодоление 100-метровой полосы с перешкодами, эстафета и боевое разгортывание. На рахунку спортсменов с Гомеля 4 узнагороды в особистых споборництвах. Максим Шевелев установил новый сусветный рекорд на 100-метровце с перешкодами и выиграл золото. У этой же дисциплине Анастасия
Анастасія Демідович з рекордом Білорусі фінішувала другою. Срібра на 100-метровці так само у гомельчанки Поліни Кушняренка. Здобула спортсменка узнагороду і у ще одним віді програми. Мой вид – это подъем по штурмовой лестнице. Я установила новый рекорд Республики Беларусь и заняла 3-е место в финале. Подымались гомельчане на пьедестал и у командных дисциплинах – эстафете и боевым разгортывании. До речи, менавіта апошній вид стал вырашальным у вызначении пераможцаў чемпионату свету у агульным заліку. Дзяўчаты фінішавалі у боевым разгортывании на 1-м месцы, у юнаков – бронза. Все решилось в последний день. Это в командном виде в боевом развертывании. Он все решил. У нас сборная Беларуси и сборная России, что по девочкам, что по мальчикам, набрали по итогам одинаковое количество баллов. И решала все вот эта коллективная борьба в боевом развертывании. И преимущество дается ему. И вот наши, благодаря этому, ребята заняли 1-е место. Упершыню на чемпионатах свету белорусской команде удалось заработать золотый дубль. И юнаки и девчаты стали переможцами у агульнокомандным залику. Максим Савин, Олеся Рудзянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Оранжевый уровень безопасности за туману обвешен в Беларуси на субботу 10 листопада. По информации синоптиков, туман заховается на территории всей страны. Бачность на дорогах складе всего около 100-200 метров. Температура поветра у нашем регионе чакается до 3 градусов тепла у ночи и до 4 у день. Подобный характер надворья заховается и в неделю. У понеделок ранится махшимы мокрый снег. У день будет без опадков и до 2 тепла. У вечера температура опустится до минус 3. Градусов. А теперь новины от гульни «Удача в придачу» с Евроопт. На первые дни вызначились призеры 92-го и 93-го туров. Сярод их есть и наши земляки. Подробязности в наступном сюжете. В палку победителей игры «Удача в придачу» прибыло еще более 40 тысяч покупателей магазинов «Евроопт» и «Брусничка», а также онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «Гипермол». По результатам 92-го и 93-го туров игры встретились со своей удачей, совершая самые обыкновенные покупки для себя и своей семьи. 30 октября мама в декрете Анна Ашерова из Минска, отмечая день рождения годовалого сына, получила радостное известие о выигрыше столичной квартиры. Решено, недвижимость достанется малышу Евгению на вырост. Кстати, удача у молодой мамы получилась с доставкой на дом. Выигрыш принесла покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете «Е-доставка». Молодому человеку, конечно, нужна квартира. Совсем скоро станет взрослым. А пятерка внедорожников «Джили М Гранд» по результатам 92-го тура разъехалась в разные уголки страны. Сразу два автомобиля выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «Гипермол». Специалист по расчетно-кассовому обслуживанию Ольга Шаплавская из Минска и начальник районной энергоинспекции Александр Киреев из городского поселка Корма Гомельского области. Машина большая, просторная. Я думаю, в нашей семье все места хватит. Машина нужна в Евроопт ездить за покупками. Еще три внедорожника по результатам 92-го тура достались покупателям магазинов «Евроопт». Владельцами «Джили М Гранд» стали пенсионерка Татьяна Дмитриева из Новополоцка Витебской области, плотник Игорь Шафранов из Мозыря Гомельской области, а также преподаватель Валентина Гладко из Минска. Победить мы хотели. Мы это проговаривали, что мы обязательно победим. Машина поменять собирались, да. И очень рада этому выигрышу. Здорово, я рада, что будет подарок сыну. 93-й тур игры «Удача в придачу» обернулся кардинальной переменой к лучшему для Натальи Никитиной из Гомеля. Ведущий специалист Беларусьбанка выиграла квартиру в Минске и задумалась о переезде в столицу. Пока работаю. В Гомеле буду жить. Через 1,5 года вполне возможно приеду сюда. Еще 5 счастливчиков 6 ноября стали обладателями белоснежных «Джили М Гранд». Впервые сразу 2 победы в одном туре достались участникам игры досрочно. Внедорожники выиграли заместитель директора в частной фирме Владимир Синкевич из Лиды Гродненской области и контролер общественного транспорта Ольга Трусова из Минска. В финале розыгрыша суперприза у этих победителей было сразу 10 игровых кодов из 10. А это значит, что сумма одной из покупок у них составила более 100 рублей. Подтвердилось известное правило игры: больше кодов, больше шансов. Что свалится на голову, я так и сказал. Оно и свалилось. Рада, довольна. Такой
Удачи. Еще одна машина уехала к ветеринарному врачу Руслану Гуринову из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области. Победу этому счастливчику принесла покупка в онлайн-гипермаркете «Е-доставка». В сельской местности у нас есть куда выехать. Тем более ребенок маленький. Также в 93-м туре удача улыбнулась сразу двум жительницам Бреста. Продавцу магазина «Калинка» Любови Войтович и маме в декрете Юлии Щерби. Первая очень такая удача. Внушительная удача. Классная. Я думаю, в ней будут смотреться очень хорошо. Но на этом не заканчивается парад побед. 8 ноября во всех областных центрах страны чествовали тех, кто в 92-м и 93-м турах игры выиграл денежные призы от Евроопт. Кузьмичук Александр Иванович, я живу в городе Минске, нахожусь в декрете. Шиманович Евгений Валерьевич, город Рутина, инженер. Как не течет вода под лежачий камень, так и не улыбается удача тем, кто не идет к ней навстречу. Проверено тысячами победителей игры «Удача в придачу». Стать обладателем квартиры, авто или денежного приза может каждый, неважно, где вы живете, чем занимаетесь и сколько вам лет. Совершайте свои привычные покупки в магазинах «Европт» и «Брусничка», онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» и «Гипермол». Добавляйте товар удачи и будьте готовы встретиться с удачей. Следующий розыгрыш состоится уже 13 ноября. Гэтые и іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дякую за увагу и до сустрэчы у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Светлогорском районе фура пробила ограждение, едва не свалившись в реку с моста. ДТП произошло в районе санатория «Серебряные ключи». Аварии поспособствовали неблагоприятные погодные условия, туман и скользкая дорога. Грузовик с прицепом занесло, водитель не справился с управлением, фуру стало разворачивать и ударило о фонарные столбы, из-за чего тот рухнул под мост, а тягач пробил ограждение и завис кабиной в воздухе. Водитель не пострадал, но движение по мосту временно стало невозможным. Частный автотранспорт разворачивался, рейсовые автобусы были вынуждены искать другие пути для прибытия к месту назначения. Дорожные службы проводились работы по обрезке крепления моста под топливным баком автомобиля. Для обеспечения пожарной безопасности при проведении огневых работ работниками МЧС была создана пенная подушка, дабы исключить возможность воспламенения топливного бака автомобиля. Отсутствие техосмотра и переход улиц в неположенном месте по-прежнему наиболее частые нарушения, которые фиксируют сотрудники ГАИ в Гомельской области. Почти 200 против 150 случаев соответственно только за минувшие сутки. На третьем месте в рейтинге игнорирование ремней безопасности и замыкает четверку превышение скорости. Банальная невнимательность также входит в топ самых распространенных причин ДТП. Свежий пример. В Брагинском районе молодой водитель перевернулся на своем «Фольксвагене». Мужчина отвлекся, выскочил на перекресток, не справился с управлением и отправился в кювет. Его доставили в больницу, но от госпитализации водитель отказался. Пострадал из-за отсутствия фликера. В Калинковичском районе на трассе неподалеку от райцентра легковым автомобилем «Сиат Кордоба» был сбит велосипедист. Иномарка зацепила мужчину в момент разъезда со встречным автомобилем. Велолюбитель двигался по краю дороги в сторону Новой Антоновки, но в результате наезда попал в больницу. Букет нарушений преподнес инспекторам ГАИ мотоциклист из Светлогорского района, который накануне сбил там пешехода. Мало того, что водитель, 16-летний подросток, сел за руль, не имея прав, так еще и прокатился с ветерком в условиях неблагоприятной погоды. Подвел туман, скользкая дорога и высокая скорость. На закруглении дороги около деревни Сосновый Бор юноша не совладал с мотоциклом, выехал на обочину и сбил там 53-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении. Ее госпитализировали, а на мотоциклиста составили несколько протоколов. Из-за ухудшения погодных условий всем участникам дорожного движения необходимо быть более внимательными и осторожными. Сложность движения в тумане заключается не только в том, что плохая видимость, но и из-за того, что низкая температура, на дороге возможно появление наледи. Поэтому водителям необходимо при выборе скорости учитывать состояние проезжей части и погодные условия. Пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами. На сегодня это вся информация. Обзор за неделю смотрите в итоговом выпуске «Де-факто». До свидания.
На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате Беларуси по гандболу среди женских команд сыграны очередные поединки. Фавориты ожидаемо победили. БНТУ «БелАЗ» не оставил шансов Виктории Берестия 56-25. Гомель на домашней площадке встречался с БНТУ-2. В первом тайме гомельчанки немного пощекотали нервы своим болельщикам. К сирене на перерыв хозяйки паркета выигрывали у соперника всего 3 мяча. 21-18. Томаш Чатер провел работу над ошибками в обороне, и во второй половине игры гомельчанки не дали повода усомниться в своем игровом превосходстве. Соперник смог только 6 раз поразить хозяйские ворота. Итоговая победа Гомеля 45-24. Сразу же после этого поединка команда отправилась в Литву. Завтра подопечным Томаша Чатера предстоит первый матч заключительного этапа квалификации Кубка вызова. Соперник – Каунасский Жальгирис. Ответная игра пройдет через неделю в Гомеле. В 28-м туре чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги Гомель проведет домашний поединок. На поле стадиона «Центральный» зелено-белые играют с футбольным клубом «Минск». Команда Алексея Меркулова не побеждает уже 6 матчей кряду. За 3 тура до финиша чемпионата Гомель и Минск набрали по 27 баллов и располагаются на 10 и 11 позициях соответственно. Начало поединка в 16:00. Футбольный чемпионат Беларуси в первой лиге подходит к завершению. Командам осталось сыграть один тур. Гомельский «Локомотив», претендующий на 5-ю позицию в турнирной таблице, завтра на домашнем газоне играет с «Барановичами». Мозырская «Славия», обеспечившая себе золото и путевку в элитный дивизион, ждет в гости «Оршу». Химик «Светлогорский» играет с «Чистью», а «Жидковический ЮАЗ» в Минске с «Энергетиком БГУ». Все поединки 30-го тура начнутся в 14:00. Мужской волейбольный чемпионат Беларуси только набирает обороты. Гомельская «Энергия» в предстоящие выходные проведет поединки 6-го тура. Команда Дмитрия Лихорада ждет в гости борисовский «Батэ» БГУ ФК. Завтра матч стартует в 19:00, 11 ноября в 14:00. Игры пройдут на паркете спорткомплекса «Локомотив». На данный момент «Энергия» располагается на 3-й строке в турнирной таблице сильнейшего дивизиона, соперник – на 7-й. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».